Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. Пришла прискорбная новость. Выдающийся актер, творческий путь которого оставил яркий след в современном искусстве, настоящий патриот, преданный национальной культуре своей страны, многочисленные образы которого на сцене и в кино снискали всенародную любовь зрителей, 4 апреля ушел из жизни. Стало известно о том, что из жизни ушел советский и российский актер Артем Тынкасов, который получил широкую известность благодаря роли в фильме «Не покидай». Причины смерти Тынкасова пока неизвестны. Актер в сентябре должен был отметить юбилей 50 лет. Артем Тынкасов за свою актерскую карьеру снялся в более чем 10 картинах, включая фильм «Не покидай» в 1989 году. Также он принял участие в съемках таких сериалов, как «Штрафбат», «Улицы разбитых фонарей», «Глухарь». Отметим, что артист начал работу в кино уже на втором году своего обучения. Федор Добронравов, Сергей Безруков, Михаил Шац, Евгений Миронов, Владимир Машков и Михаил Пореченков уже выразили соболезнования родственникам.